Всем привет! Сегодняшняя наша тема – как сделать эмульсию для темперы, яичную эмульсию. Вот старая у меня уже затвердела совсем, там остаточки. Вот до такой степени она может затвердеть. Сейчас я покажу, как делать эмульсию из желтка куриного яйца. Берем яйцо, разбиваем ложкой. По кругу раскрываем, оставляем только желток и промываем его. Открываем вот эту штучку. Вот так ложечкой прокалываем. Придерживаем вот эту пленку и выдавливаем желток в банку. Вот эта штука не должна попадать в эмульсию. Вот такой у меня густой желток, его нужно разбавить. Это желток не от покупного яйца. Куры у нас свои, и желток вот настолько масляный, даже блестит. Нужно разбавить водой. Вода должна быть... У меня вода из скважины, чистая, которая проходит через фильтр. Также можно в городе использовать дистиллированную воду. Продается она на заправках. Добавляем по чуть-чуть и размешиваем. Сначала там комочки, потом они уже в однородную массу разбиваются. Если воды налить сразу, сколько нужно, то желток очень плохо размешивается, и эмульсия потом может осесть. То есть получается желток внизу, вода вверху. Если вот так постепенно добавлять, то оседания эмульсии не будет. Эмульсия – это смесь двух нерастворимых веществ, то есть желток – это жир, масляная такая штука, а это вода. И вот так мы с друг другом перемешиваем. Получается, что у нас частицы разбиваются на мелкие части и образуются эмульсии, но между собой они все равно не смешиваются. Вот так делается яичная эмульсия для того, чтобы створить темперу для иконописи. Этот желток с водой, эта эмульсия, она является связующим для пигментов. То есть пигменты между собой склеиваются за счет вот этой вот жидкости. Thank you.
Все, краску створила, осталось плиту и курант помыть с мылом. С обратной стороны на плиту у меня приделаны такие, как ножки. Они сделаны из подкладок под ножки мебели. Такие продаются в строительном магазине. Самоклеящиеся штуки, они как скотч приклеиваются. Там с одной стороны клей, ну как наклейка снимаешь. Их можно резать как угодно. Когда перетираешь краски, как бы они исключают движение плиты на столе.